Андрей Мороков, номер 16 Александр Роджин, номер 51. За умышленную остановку мяча неразрешенным способом, 10-минутным штрафом, наказан Антон Шевцов, номер 90, команда Ситипас.
Номер 51 Дмитрий Лыков. Номер 55 Максим Зубарев. Главный тренер команды Сергей Фирсов. Команда «Сибсельмаш» играет сегодня в следующем составе. Номер 1 Марко Херояри. Номер 3 Никита Юрва. Номер 13 Юрий Логина. Номер 23 Роман Матаренко. Номер 90 Антон Шевцов. Номер 91 Никита Свирида. Номер 6 Денис Корев. Номер 7 Раван Исалиев. Номер 20 Павел Тетерин. Номер 61 Денис Потемин, капитан команды. Номер 8 Евгений Маврин. Номер 96 Сергей Наумов. Номер 9 Игорь Войтович. Номер 10 Сергей Ган. Номер 14 Игорь Сычук. Номер 17 Артем Шивко. Номер 25 Никита Шубин. Номер 27 Юрий Михеев. Номер 89 Павел Анисимов. Главный тренер команды Сергей Лихачев. Представляем судей сегодняшнего матча. Главный судья, судья международной категории Никита Юлеевский, город Санкт-Петербург. Помощники судьи, судья международной категории Сергей Вискучин и судья первой категории Денис Кронин, оба город Кемерово. Резервный судья, судья первой категории Алексей Кузьмин, город Новосибирск. Инспектор матча, судья международной категории Александр Черных, город Абакан. Передачи Дмитрия Епишина, номер 15. Мяч забил Сергей Абухов, номер 99. Команда «Сибсельмаш» играет в полном составе. Продолжение следует...
Thank you.
Уважаемые болельщики, в Иркутске закончился матч между Байкалом Энергия и Водником Архангельск. Со счетом 6-3 победу одержал Байкал Энергия. Субтитры сделал DimaTorzok.
Команда «Родина» играет в полном составе. Положи.
положение такое. Просто дело, ну слушай, такое, правильно? Нет. В футболе, как бы, звонка есть, играет. Уважаемые болельщики, Кемерово проходит матч между Кубасами и Уральским клубом Первоуральска. На 26-й минуте матча счет стал 1-0 в пользу Уральского клуба. Передача Евгения Мамлина, номер 8. Мяч забил Павел Тимерин, номер 20. Thank you.
Во времени первого тайма главным судьей добавлено 30 секунд.
Кемерово продолжается матч между Кузбассом и Уральским Трубником. На 34-й минуте счет стал 1-1. Чарушина, номер 19. Мяч забил Сергей Абухов, номер 99. Thank you.
Последние минуты первого тайма. Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что время перерыва будет увеличено для подготовки для... Уважаемые болельщики, закончился первый тайм. При выходе с трибун будьте внимательны, соблюдайте порядок и организованность. Уважаемые болельщики, сегодня в Ледовом дворце спорта «Сибирь» пройдут традиционные бои по смешанным единоборствам на призы фонда спорта ветеранов Новосибирского. Thank you.
Уважаемые болельщики, Кемерово продолжается матч между Кузбассом и Уральским Трупиком. На 51-й минуте матча счет стал 3-3. За подножку 10-минутным штрафом наказан Никита Юба, номер 3 команда «Сибсельмаш».
За неспортивное поведение 10-минутным штрафом наказан Игорь Ларионов, номер 21, команда «Родина». Продолжается матч между Кузбассом и Уральским Трубником. На 61-й минуте счет стал 4-3 в пользу Кузбасса. Yeah!
Команда «Сентябрь» играет в полном составе. Субтитры сделал DimaTorzok.
За задержку соперника руками 10-минутным штрафом наказан Пертери Лампинен. Номер второй, команда Родина. Команда «Родина» играет десятером. Гол! 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 Гол!
Италии, номер 7. За неспортивное поведение 10-минутным штрафом наказан Сергей Абухов, номер 99. Thank you.
за подножку 10-минутным штрафом наказан Юрий Лугин. Номер 13, команда Сицепаш. Thank you.
Команда «Родина» играет в полном составе. Во времени второго тайма главный судья добавлен на 30 секунд. Номер 19. Мяч забил Игорь Варенов, номер 21. По
Поправка с передачи Игоря Ларионова, номер 21. Мяч забил Павел Чарушев, номер 19. Команда «Сибирмаш» взяла минутный перерыв. Команда «Сибирмаш» играет в полном составе. Десятиминутным штрафом наказан Константин Трюбышев, номер 5, команда «Родина».
Беги, Соня, беги! За удар соперника клюшкой 10-минутным штрафом наказан Никита Свиридов, номер 91-й, команда «Сити-Маш». Уважаемые болельщики, Кемерово закончился матч между Кузбассом и Уральским Трубником. Окончательный счет 4-4. Последняя минута матча. Сегодняшний матч мы закончим.